вами бедный таксист. Весна. 8 марта. Сегодня будем поздравлять милых дам с их прекрасным праздником и дарить им замечательные подарки, которые я приготовил. Отправляемся в город Тольятти, чтобы осчастливить и порадовать хорошим настроением. Начинаем работу. Кстати, машина была чистая, просто божественно намылена, намыта вчера на самомой. Сейчас у нас заказ. Третий подъезд. Поедем мы на гидротехническую. Господи, это отмена. Не устраивает. Нет, пассажир не указал, что он с ребенком. Отменить. Заказ отменен. И написать в поддержку. Добрый день. Здравствуйте. С праздником. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Можешь телефон воткнуть на зарядку? Здесь провод есть? Есть. Не китайский? Не, нормально. Оригинальный? Не сожгет? Не, не сожгет. Сейчас проверю. Поздравили женщин с 8 марта? Конечно. Надь, поздравьте еще. Женщин с 8 марта. Только обязательно поздравьте. Обязательно. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Что думаете, верите ему? Подарит он подарок на 8 марта? Так. Четыре человека. То четыре человека, то не то. Да. Хотел поздравить женщин, не поздравил. Фу. Такси, да? Да. Хорошо, все будет. Дядя Дим, давай, дорога. Машина более-менее хоть раз приехала в этом городе. Это, конечно, не то, что мы хотим и ожидаем, но хоть, блядь, хоть что-то. По комфорту вообще, вот я стараюсь всегда комфорт плюс заказать. И никогда не могу никого поймать, блядь. Ни днем, ни ночью в этом городе, как будто он вообще его не существует, блядь. Очень много машин. Бывает, но тогда ждать надо минут 30, блядь, ну, примерно. Ну, да. Вот, но просто я вот, ну, обычно, если на такси еду, я дома сижу, вызываю Майбах. Потому что у меня чуть коленки болят, блядь, и мне надо ноги всегда вытянуть, чтобы комфортно, чтобы сел спокойно и нахуй тебя никто не трогает.
там и сервис, там и все остальное. Это, во-первых, ну, в первую очередь, это безопасность. Ну, Майбах, представляешь, в случае аварии там, ну, подушки отовсюду выпрыгнут, блядь, вместе, да, с водителем, блядь. Ну, почти, да, и водитель еще выпрыгнут. Тебя прикроют, да, если, ну, надо. Ну, я про то и говорю. Единственное, что радует, здесь такое дешевое такси. Да, здесь недорогое. Дорогое, мягко сказано. Когда-то на 11-й ты выезжаешь, или там 12-й, не знаю. Такой же хрустик похуй. Что страшно, блядь, кто приедет. Сидишь вот так вот, и вот капот перед тобой. Вот просто перед тобой, блядь. У меня пятерка. 19-го года. Там капот, вот так садишься, ебать, по-моему, вон там где-то, нахуй. Ну да. Вон там где-то, блядь, впереди, блядь. А здесь садишься, вот он перед тобой. Ты такой сидишь и думаешь, если что, вот он к тебе сразу пришел. Боже! Ну и еще. Я не поздравил. Не, я поздравил. На минуточку. Поздравить с 8 марта я поздравил, но не подарил обещанный подарок. Потому что... Почему? А почему я, естественно, не подарил подарок? Потому что... Я осел. Ладно, едем на следующий заказ, чтобы подарить следующему подарок. И сейчас там будет три мужика. Здравствуйте! С праздником! Спасибо! Мама, давай, пристегивайся, Варюш! Что дай дать тебе? Мама. Сосульку? Да! Ну, сейчас мы доедем и возьмем сосульку, ладно? Хорошо? Нет. Просто в машине она батаяла сейчас у нас. Это что такое? А?
подведем итоги. Сегодня я должен был подарить подарки на 8 марта. У меня подарки остались со мной. Обязательно было тебе писать, когда я занят. Так вот, ни одной девушке и женщине я сегодня не подарил подарок на 8 марта. Значит, поехали дарить родным подарки. Я уже принял следующий заказ. А, ну что, погнали на заказ. У нас еще осталось 23 секунды до подачи. Значит, у меня даже еще не опоздание совсем, чтобы попасть на этот детский заказ. С вами был Бедный Таксист. Подписывайтесь на канал и ждите следующие видео. Они будут совсем скоро, потому что я начал варить YouTube. Фу. YouTube. Спасибо, что смотрите меня.